концу 2016 года это будет полностью очищенное предприятие, принадлежащее Республике Карелия. Это хорошее перспективное предприятие, тем более, что второе месторождение, оно еще не разработано, имеется пирс для отгрузки, имеются железнодорожные подъездные пути, имеется квалифицированный персонал. Поэтому, ну, движение есть. Сегодня говорить о том, что вот завтра будет погашена вся зарплата, не могу, но к этому стремимся.